Доброго времени суток, уважаемые гости, подписчики канала Записки Подмастерья. Вот и пришла 10-я посылочка от Диагостини с коллекции «Как устроено тело человека». Вот раз она такая вот большая, здесь должен быть подарок. Последний подушечка с логотипом коллекции. Так, открываем коробочку. И смотрим, что тут все-таки положили нам. Так, как же у нас получается? Здесь 4 выпуска. Вот тут легкая. Моделюха, последняя часть. Модель сердца, первая часть. Лопатка левая. И вот сама подушечка. Так, сейчас поподробнее все и рассмотрим. Ну, думаю, начнем сразу с подушечки, посмотрим ее. А потом перейдем уже к самой коллекции. Ну что, вот такая вот она есть. Вот такой вот типа логотипчик. Это кровенос, как они, клетки крови, наверное, так назвать их. Сама подушечка мягенькая. Здесь такой вот мягкий материал. Здесь такой, как прорезиненный. Набита подушечка какими-то гранулами. Что это, не знаю, как это... Как правильно называется, сейчас в последнее время во многих таких подушечках набивают ее. Она принимает разную форму. Шарик. Так вот можно. Ну, такая довольно-таки интересная, прикольная. Нужно будет ее поставим на диванчик. Или можно, в принципе, машину положить. Вот такой вот подарочек. Последний с этой коллекции. Дальше подарка больше не будет. Будут приходить посылки просто уже с выпусками. А если была бы оформлена премиум подписка, были бы еще бы дополнения. Там часы, по-моему, шли. И халат медицинский. Так, ладно. Переходим к самим выпускам и деталям от макета тела человека. Ну вот и наши выпуски, которые пришли с этой посылкой. 38, 39, 40, 41. В каждом выпуске лежит деталька. Ну, начнем с 38 выпуска. Здесь у нас задняя часть левого легкого. Ну, конечно же, сам выпуск. Посмотрим. В этом выпуске будет реречить, пойдет медицина против микробов. Миндальный первый рубеж обороны. Смотрим. Так, болезни. Как найти виноватого? Где могла быть подцеплена болезнь? Миндаль на первой линии обороны. Тест. Медицина против микробов. Так. Нёмные миндалины. Левая и правая. Так. Тонзиллектомия. Антибиотики. Атака на микробов. Мой первый анатомический атлас. Приготовление вакцины. Разные лейкоциты, механизмы защиты. Так, кто открыл вакцину? Важность анализов, изучение образцов. Когда бактерии лишают сил. Так, тест для сообразительных. Мутация бактерий.
пенициллин. Симптомы заболеваний. Коклюш. Похоже на простуду. Сальмонелла. Визит к врачу. Содержание выпуска и термины, которые применялись тут. Так, ну и как уже пострели. 39-й выпуск. И здесь будет часть, последней части уха для модели. Так, ну посмотрим этот номер. Вот эти вот части последние для модели уха. Открывать не будем. Только теряю сейчас. Так, ну и в 39-м номере пойдет речь о гормонах. Часть первая. Гормон для управления ростом. Так, изучим чуть-чуть. Система внутренней связи. Эндокринные железы. Кто же руководит всем, наверное, этим гормоном и телом? Так, тест. Гормон, часть первая. Гипофиз. Вот кто всем этим руководит. Фабрика гормонов гипоталамус. Мой первый анатомический атлас и анатомия гипоталамуса. Щитовидная железа. Чем занимается щитовидка? Гормон роста. Так, тест для сообразительных. Паращитовидные железы. Контроль за жидкостью. ЗОП. Вырастание щитовидки. Так, гипертиреоз. Во как. Когда железы слишком активны. Или наоборот. Как помочь железам правильно питание. Содержание выпуска. И термины, которые тут применялись. Так, ну а в следующем выпуске, в 40-м, у нас пойдет часть тела лопатка. Так. Это у нас получается левая лопатка. В 40-м номере у нас придет речь о гормонах, также продолжаем. Часть вторая. Инсулин контролирует усвоение сахара. Продолжаем изучать гормоны. Что же все-таки такое гормоны? Какие функции выполняют? Трансформация гормонов. Мой первый анатомический атлас. Гипоталамо-гипофизарная ось. Во как. Поджелудочная эндокринная часть. Реакция на эмоции. Тест гормона, часть вторая. Фабрика половых гормонов. Органы размножения. Половые гормоны, деликатная функция. Тест для сообразительных. Сбой в работе желез. Организатор пищеварения. Надпочечники. Маленькие, но эффективные. Сахарный диабет. Содержание выпуска и термины. Так, а в 41-м выпуске будут части модели сердца. Это часть А. Смотрим. Так. Вот эти вот части. Кладем в стороночку. И в 41-м выпуске речь пойдет о прививках.
что такое вакцина и с чего она изготавливается. Так, тест по прививкам, виды вакцин, укрепление организма. Так, как вводятся вакцины в мышцу, под кожу и в рот. Мой первый анатомический атлас, график прививок, возраст и какие должны быть. Очень даже интересненько. Так, виды вакцин. Что такое лизис? Какие прививки обязательны? По возрастам расписано. Борьба против оспы. Иммунитет. Тест для сообразительных. Вирусный гепатит, болезнь печени. Заразные болезни. Так, вакцины против полиомиелита. Прививки для туристов, чтобы спокойно провести отпуск. Содержание и словарь. Так, ну и в следующей по ссылке. В 11-й, конкретно 42-м выпуске, будет детали, проксимальная часть бедренной кости, правая и левая ключицы. Так, ну теперь перейдем тогда к сборке макета нашего дяденьки. Вот наш макет дяденьки. Что мы сюда сможем ему добавить из этой посылки? Установим сюда часть легкого. Установим лопатку. Наконец-то сможем закончить модель уха. Макет, модель, как правильно. Вот они, запчасти к нему. А вот эту часть, это получается у нас модель сердца, часть А. Я думаю, открывать не буду. Соберем когда все пакетики, тогда уже и проведем сборку модели сердца. Вот. Ну что ж, приступаем тогда к сборке. Так, установим тогда сейчас сразу на место лопаточку эту. Иди сюда. Так, лопатку установили. Опять глаз вывалился. Какой-то он не хочет на месте стоять, этот глаз. Так, с этим все закончили. Так, теперь вот это легкое. Ну, вытаскивать его тут уже смысла нет, потому что здесь вот сосуды идут. Мы сразу тут на месте его поставим. Вот. Так, вот и легкое. Нашло свое место. Так, все. Так, с этим мы закончили. Так, ну и теперь тогда произведем сборку уха до конца. Вот эти запчасти. Ну, сейчас все установим. Ну вот, вот и готова наконец-таки модель уха. Ждем 11-ю посылку. А у меня на это все. Спасибо за внимание. Добра вам и процветания.